Your helmet. Yeah, it's it. Here's the helmet. Here's the helmet. Holy shit. А можно объяснить, что здесь произошло? Это когда? Это кто объяснил? Ну, 5 минут назад это кто может объяснить? Это объяснить никто не может. Действительно, было. Все. Ну, обстрел прошел, обстрел. Все. А объяснить кто может объяснить? Объяснить могут военные. Мы гражданские люди. Объяснять военные. Обстрелили гражданский объект. Все. Весь мирный дом, мирные люди живут, все. Здесь никто ничего не объяснит. Было 15 минут третьего, это самое, четвертого, хуярили. Тоже вот это самое, так, стекла разжали. Цветы попадали с окон у меня. Вот. 15 минут четвертого. 15 минут они били, с 3 до 15 минут четвертого. И сейчас без 15:07 начали, и сейчас только закончили. А как это было? Тишина, а потом взрывы, потом приземление. Было тихо и хорошо. Известный откуда стрелял? А что, не видно? Это, по-моему, Авдеевка. Опытный оттуда. Оттуда, траектория, оттуда, вот. Оттуда, вот. Оттуда. Авдеевка. С Авдеевки, наверное. Да, с Авдеевки. Это был как 10 минут назад. Да, туда, да. Били. Запахи уже есть. Да. Вот те вот освободители, которые нас идут освобождать, вот это вот они. Да, туда. Вот это они делают, блядь. Освобождались. А. За яйца их повесить, сука, и того мало, блядь, нахуй. Как раньше казаки делали. За две березы, блядь, нахуй. Лошади стянули, да, вот так, да, вот их, да. А потом отпустили и разодрали. Успокойся. Нам это не интересно. Мы ограбляемся. Мы не простим. Запиши это, мы не простим. По-любому не простим. Пойдем на хочу. Это запиши. А можно объяснить, когда это было? Да вот, вроде, недавно. Люди позвонили.